В данный момент, конечно, дети уже совсем в другом ключе со мной общаются в этих условиях. Но раньше, например, у меня по отношению к дочери одно из самых таких действенных средств было, я ставил «Времена года» Петра Ильича Чайковского. И она говорила: «Папа, февраль». Я ставлю «Февраль», она замолкала, смотрела в окно. И я понимал, что еще до февраля далеко, а ей почему-то нравится вот «Февраль» и «Февраль». Вот у нас такое у меня спасительное средство был «Февраль». Поэтому спасибо Петру Ильичу. Вот. Что касается сына, ему, конечно, хотелось бегать, футбол, мячик летал по всей машине, это не очень было приятно и интересно. Вот. Как-то пытался я его увлечь различными рассказами, включал ему аудиокниги. Вот. И ему почему-то нравился второй концерт Сергея Васильевича Рахманинова, фортепианный. Вот. И это были такие у меня таблетки быстрого применения.